в Праге в ходе встреч армянского премьер-министра Никола Пашиняна с лидерами Азербайджана и Турции поставлена жирная точка в вопросе Арцаха. Как передает Ахар Ас, таким мнением в эфире передачи «Обзор» заявила известный армянский политический обозреватель Анжела Элибекова. Непонятно, с каким пакетом собиралась вести переговоры армянская сторона. Поскольку, насколько мы понимаем из выступления ООН и последнего заявления Национального собрания, власти Еревана намерены отказаться от решения арцахского вопроса, сосредоточить внимание на территориальной целостности Республики Армения и заключить соглашение. Вы думаете, кто-то будет винить за это Никола? Никто. Армяне будут согласны на все, чтобы избежать войны. У нас есть горький опыт военных действий, сказала политический обозреватель Анжела Элибекова. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.